Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в Актюбинской области носителями бруцеллеза стали почти 2000 голов КРС. Это 0,2% от общей численности скота в регионе. В Фромтаунском районе на убой отправили 69 голов. В Минсельхозе заявили, что владельцы забитых животных получили компенсации. К слову, с начала года на бруцеллез проверили свыше 18 миллионов голов скота и выяснилось, что больше 33 тысяч животных – носители инфекции. Владельцам сельхозживотным были выделены 100% компенсация по среднемесячной стоимости, рыночной стоимости. Это 30% за счет местного бюджета и 70% за счет мясоперерабатывающих предприятий. Весь скот был сдан на санубой в мясоперерабатывающих предприятий. Ситуация находится на контроле у ветеринарной службы региона. Также проводится разъяснительная работа среди населения.